Есть смысл во всем, что происходит. В борьбе за власть вся жизнь проходит. И невдомек кричащим в суете битв и сражений, что все внутри, а не вовне. Что чаша, власть, дающая над миром, есть сердце, дух живой. Но власть она дает лишь над самим собой. Кто победил себя, владеет мирозданием. Кто растворился в Боге, сам есть Бог, способный сотворять миры и всем владеть. По сути, не владея даже малым. Вот так, приобретая власть, и вмиг ее теряя, рождая жизнь и снова разрушая, идешь туда, где нету ничего, но где есть все, чтобы начать сначала. Здравствуйте, добрый вечер. Так, сейчас мы себе представим полный зал быстренько, эмоционально. На самом деле, в театральной жизни одним из учителей, вот опять микрофончик у нас пополз. Я сделаю. У меня сила в руках, слава богу, немеренная. Один из учителей, который меня в этой жизни вел, ну чисто по профессии, в театре, был, я думаю, человек, которого вы все знаете и наверняка любите, потому что его не любить невозможно, это Евгений Павлович Леонов. И он мне всегда говорил: Олег, не бывает мало зрителей. Как бы это он довольно грубо это сказал, как бы сейчас помягче. Короче, не бывает мало зрителей, бывают фиговые артисты. И на самом деле, если бы даже здесь сидело 5 человек или 10 человек, я бы не пропустил ни одной песни, ни одного стиха, который я сегодня подготовил. Слава Богу, вижу новые лица. Для меня это всегда большая радость, когда в зал приходят не только люди, которые меня уже давно знают и любят, но и те, кто так вот каким-то образом случайно узнал и пришел. Низкий вам поклон, кто вот так поступил, потому что я знаю, как это сложно. Это же надо встать, это же надо одеться, потом выйти на улицу, долго идти, да еще незнамо на кого. Ну ж, Господи, зачем мне это? Низкий вам поклон. Спасибо вам, кто пришел впервые. Спасибо. Ну, для вас в двух словах скажу. Родился я в городе Челябинске. Все детство мое и юность прошла в городе Ташкенте. Потом приехал в Москву поступать. Поступил в ГИТИС, Государственный институт театрального искусства, на курс, ну, старшее поколение это их знает хорошо, Людмила Ивановна Касаткина и Сергей Николаевич Колосов, народные артисты России, ну, тогда еще Советского Союза. Потом сразу после института попал в Ленком, к Марку Анатольевичу Захарову. Очень, конечно, интересный режиссер, очень сложный человек. Снялся у него в фильме «Убить дракона», но удивительно, меня никто там не помнит. Даже мама, когда посмотрела фильм, сказала: Олег, фильм видела, а где ты там, собственно? Хотя у меня там главная роль, извините. Но тогда у меня еще шевелюра попышнее была, вот. И меня завел, кстати, я там очень много волос оставил тогда. Мне каждый день, представляете, на съемке делали химию, химическую завивку, и еще потом горячими шприцами. Вот так. Я был белый блондин и кучерявый такой. И вот в первой серии, где дракон был жив, играл Витя Раков, а во второй серии уже, как бы, где дракон ушел, с Евгением Павловичем, этого Генриха играл я. Вот после этого фильма попал в Ленком, но не сложилось, немножечко не сложилось у нас с Марком Анатольевичем. 6 лет там отработал, практически ролей не было.
А сердце-то оно же, его же не обманешь. Оно же хочет что-то делать. Я заканчивал институт, в трех дипломных спектаклях у меня было две главные роли. И мне казалось, что я все-таки что-то могу, не только танцевать. А там спектакли в основном, ну кто более-менее знает Линком, это «Юнона и Авось», «Звезда и смерть» Хакина Мурьеты, вот «Поминальную молитву» недавно показывали. В основном танцы. «Фигаро». И вот я уже перестал себя считать там актером, а стал считать себя артистом балетной группы. Иногда домой приду вечером, открою диплом, вроде актер театра и кино написано. Как в театр приду, так сразу хочется ноги сделать и вот так вот ходить. Поэтому не выдержал, хотя и зарплата была хорошая, и театр много по заграницам тогда ездил, но не смог. Уехал на Сахалин, там практически с нуля поднял театр, драматический Сахалинский театр. Я там был и режиссером, и актером, и администратором, потому что ходил просто по Сахалину, по кружкам, по разным, и набирал людей в актеры. И с ними мы делали спектакль. А технически театр был оснащен так, как не каждый московский театр сейчас оснащен. Его построили японцы, и вся сцена компьютеризирована. То есть она принимает разные положения, как угодно. А труппы нет, потому что приезжает труппа, денег заработает, уедет. Приезжает, нормально. А я решил типа вот постоянного. И вот там я, конечно, оторвался. Я там сыграл все, от князя Мышкина до Сирано де Бержерак. Все, то есть... Душа немножечко отлегла, но мы такие существа, люди, что нам всегда мало. Решил открыть там киностудию. Открыли мы киностудию благодаря губернатору Валентину Петровичу Федорову. Сняли фильм «Маленький принц». Потом волю судеб губернатора убрали. И убрали сразу всех, с кем он был в хороших отношениях, то есть и вашего покорного слугу. Вернулся в Москву, там закрутило, понесло. Занимался бог знает чем. И вот то, что вы сегодня увидите и услышите, я не называю концертом. Я не профессиональный певец, я не профессиональный музыкант, поэтому, скорее всего, это встреча такая, на творческая, или спектакль, потому что сегодня вы услышите не только мои песни, но и стихи, и всякие разные такие штуки. Я их раньше готовил, сейчас нет, не готовлю. Каждый раз приходят разные люди, и все мои заготовки куда-то деваются. Тут что только приготовлю, и забываю про это все равно. Поэтому я перестал это делать. Каждая встреча – это как момент истины. Всегда по-новому, всегда по-разному. И как бы какие-то шаблоны заготавливать нереально. Я знаю очень много людей, которые работают. Есть такая у артистов такое приспособление, называется шторки. Вот выходит человек на сцену, шторки, раз, быстренько, вот ему платят $100, он за $100 ровно, ни больше, ни меньше. Шторки, раз, и ушел. Я так не могу работать, мне нужно видеть ваши глаза каждого, поэтому я внимательно так приглядываюсь ко всем, настраиваюсь. Вот то, что вы увидите и услышите, это все, в общем-то, с 97 года. Когда моя жизнь перевернулась, когда вдруг, потому что если об этом рассказывать, я об этом говорил вот на той творческой встрече, где «Зов» показывали фильм, все переменилось, весь мир поломался. И я, так как я жил уже, я жить не мог, а как-то по новой пока еще не знал, но начинал постигать вот это великое чувство «любовь». И вот Анечка сказала, что сегодня вечер о любви. Но для меня любовь – это не сюси-пуси. У меня был потрясающий учитель в жизни, мой тренер. Я волейболом занимался 15 лет, мастер спорта по волейболу. Спорт, он вообще дисциплинирует так очень хорошо человека. А еще командный вид спорта. То есть, кто занимался командными видами спорта, может со мной согласиться со мной. То есть, ты можешь играть хорошо – прекрасно можешь играть, а команда проигрывает. Знаете, как обидно, что ты выкладываешься, а вот кто-то провалился, и все, и игра проиграна. И ты чувствуешь себя победителем, а в итоге у тебя там минус. Вообще командная игра очень сложная, и в жизни в том числе. Найти свою команду, с которой в огонь и в воду, очень тяжело. Очень тяжело. Поэтому... Ищу,
бегаю и скачу. И вот тренер мой, дорогой, любимый мой человек, как он меня гнобил, Господи ты, Боже мой, как он. Если кто-то ошибся, там взял, отжался, там взял, подтянулся. Как только я ошибался в туалет чистить. Я перемыл все туалеты в Самарканде, в Бухаре, в Коканде, в Намангане и в Ташкенте. Причем и мужские, и женские. Непоседливо я был такой человек, но чуть что сразу, а вот туда. Я говорю, я ошибся, я так тихо хочу уйти. Рудюк, куда? Я говорю, понял, все, тряпку, ведро и пошел. И так это было до самой армии. Вот что-то карма какая-то у меня, понимаете, была с этим делом. Мыть, все это дело убирать. И только через 10 лет, после того, как я оставил спорт и сидел на море с его матушкой, с матушкой моего тренера, разговаривал. Она говорит, ты знаешь, Олег, вот он приходит после тренировки, мы, говорит, на 40 минут все дела откладываем, потому что 40 минут только о тебе. Какой ты талантливый, какой ты мощный, да какой ты вообще, ты самый-самый в команде. И вообще, что ты как сын для него. Дети его, собственные дети ко мне ревновали, потому что он настолько растворялся во мне. Так я об этом узнал через 10 лет. А до этого я думал, что я самый тупой, самый бесталанный, самый непонятный сам. И это для меня было мерилом любви. Человек любил меня. Но это не значит, что он с меня пылинки сдувал. И иногда для того, чтобы спасти любовь, любимому человеку приходится делать больно. Приходится. Поэтому я просто сразу вам говорю, чтобы вы как бы поняли мое состояние вот этого качества любви. Это первое, о чем я хотел сказать. А сейчас уже непосредственно мы приступаем к работе такой. Сейчас очень важный, очень ответственный момент. Я вообще как-то в каких-то разных городах и моментах появляюсь, когда что-то очень серьезное начинает происходить. У вас сейчас происходят очень-очень серьезные дела здесь, в Беларуси. Земля у вас непростая, очень непростая. И от именно этой территории очень много зависит, и не только для Белоруссии, а и для России, и для всей этой планеты. Поэтому мне очень сильно хотелось бы, чтобы вот вы сейчас, вот все сидящие здесь в зале, подумали о себе немножечко иначе. Представили бы себя великанами, огромными, мощными великанами. Потому что каждый из здесь сидящих в зале, ребята, вам во всей вселенной дубликата нету. Нету никому. Каждый уникален в своем роде, как бриллиант. Но, ребята, значит, если вы представите себя бриллиантами, вам же нужна оправа. Поэтому нам всегда говорят, что мы маленькие, что мы ничего не можем изменить, ничего не можем сделать. Что нас как вошь можно раздавить, напугать. Вот я хочу, чтобы вы сейчас, и я постараюсь все, что могу для этого сделать, чтобы вы себя так почувствовали, потому что от каждого сидящего здесь в зале зависит все, вообще все. И его жизнь, и жизнь его родных и близких. И жизнь вашей земли, и жизнь земли всей в целом. Поверьте мне, это не страшно. Взять на себя такую ответственность? Ничуть. Ибо сколько с вас спрашивают, столько и дадут. Там закон работает железно. По мере ответственности и награждения. Что мешает нам таковым и быть? Страх. Вот сегодня все, что я буду делать, все, что я буду петь, все, что я вам буду рассказывать, говорить, я мысленно направлю на то, всем сердцем своим, чтобы избавить вас или помочь вам избавиться от этого страха. На самом деле не страшно, поверьте мне. Человек, который находится в состоянии любви или влюбленности, он так защищен, он практически неуязвим, практически.
Когда мне говорят, как вот я в зонах и в колониях много выступал, он говорит, как вы не боитесь там типа зэкам говорить вот такие вещи? А я иногда очень жесткие вещи им говорил. Я говорю, ой, ребята, ну там же по своим понятиям надо с ними разговаривать, чтобы они тебя поняли. Я говорю, ребята, у меня такая крыша, круче не бывает. Они говорят, это, говорит, какая? ОМОН? Я говорю, да нет, круче, чем ОМОН. На самом деле, когда я что-то делаю, я иногда надолго оставляю семью. Я за них совершенно не беспокоюсь. Ни за свою жену, которую я безумно люблю, ни за своих детей, которых я безумно люблю. Потому что я знаю, я здесь выполняю определенную миссию. И моя семья будет всегда защищена. До тех пор, пока я в это верю. И верю в это искренне. Без малого не охватить большого. Все люди, которые пытаются делать какие-то огромные вещи, огромные, глобальные, но которые не смогли вырастить хотя бы один маленький цветочек, иллюзионисты. Иллюзионисты чистой воды. Поэтому начать свое выступление я хочу с песни, которую я посвятил началу своему на этой планете, а именно своей маме. Вспомню первое слово, как произнес я его. Мама, милая мама, я продолжение твое. Ведь сколько бессонных ночей прошло, пока я креп и подрос. Спасибо, мама, за то добро, что в жизнь я свою принес. Любовью, что ты мне отдала, согрею я близких друзей. Но только бы ты со мною была, мой источник тепла. Ведь сколько бессонных ночей прошло, пока я креп и подрос. Спасибо, мама, за то добро, что в жизнь я свою принес. Летишь, спотыкаясь, торопишься, ждешь. Минуты нельзя простоять. Лишь ты успокоишь, поддержишь, поймешь, поможешь сначала начать. Ведь сколько бессонных ночей прошло, пока я креп и подрос. Спасибо, мама, за то добро, что в жизнь я свою принес. Хлопайте, 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 хлопайте. У меня были такие программы, они так и назывались «Без аплодисментов». То есть я понимал, что многие вещи, вот мы пытались с моим другом открыть бар-кафе, и народ приходил, заказывали есть, и вот так вот и сидели. И сидели, все оставалось в тарелках, никто не... Я когда говорил, а у нас вход был бесплатный, и заработок наш был с кухни, в смысле, что от еды продастся. Вот. Я говорю, вы кушайте, кушайте. Все сидят, говорят, как под это можно кушать? Ну-ка. И нам пришлось сделать потом программу с перерывами. То есть вот мы играли, потом мы давали 20 минут или 30, чтобы народ быстро наелся. А потом опять включали свечи, и опять Женька, значит, ну, прогорели. Как всякое хорошее дело, успешно прогорело. Вот. А еще сейчас анекдот можно я вам расскажу сразу? Чтобы вы меня опять же правильно поняли. Я никому, я не пытаюсь ничему научить, я не пытаюсь ни в чем убеждать. Я хочу помочь. Я просто хочу помочь. Потому что я счастливый человек. И мне хочется, чтобы каждый из вас тоже это почувствовал.
И это не так сложно, поверьте мне, не так сложно. Вот идут трое по дороге. Один говорит: «Меня Господь сюда прислал учить». Двое: «А, мол, хорошо». Идут дальше, проходит полчаса. Второй говорит: «А меня сюда Господь прислал лечить». Все: «А, ну что». Проходит еще полчаса, третий говорит: «Не знаю, никого я сюда не присылал». Поэтому тут много таких людей, которые ходят: «А вот меня сюда прислал». Я думаю: «Господи, кто ж тебя сюда послал-то?» Ну, неважно. Кстати, когда я сюда уезжал, заехал на 3 дня к маме, она у меня живет под Суздалем, 25 километров от Суздаля, в деревушке. И она сказала: «Сыночек, я тебя благословляю на эту поездку, у тебя все будет хорошо». Для меня это очень важно, когда мама благословляет, когда жена благословляет. Они просто верят в то, что я делаю, чувствуют, видимо, это каким-то образом. Поэтому я защищен со всех сторон, и в тылах, и в верхах, и в низах. Поэтому песня тоже о святом. Посвящается она друзьям. Вы знаете такую поговорку, да? Друзья познаются в беде. Я когда ошибаюсь, я говорю: друзья познаются в беде. Нет, уже давно не так. Для меня друзья познаются в радости. Потому что, когда трудно, даже волки в стае объединяются. А вот найти человека, который бы искренне порадовался за твой успех, ой, как тяжело. Потому что он: «Ай, ой, Олег, да брат, да». Я прихожу, говорю: «Ребята, у меня сегодня такое, меня сегодня пригласили, я нормально заработал денег, мы не будем с вами сегодня кушать макароны, мы сегодня пойдем и поедим цыплят гриль». И вот один говорит: «Отлично», а другой: «Вот собаки, повезло все-таки гаду этому, подонку этому». Зависть – страшное чувство. Оно разрушает самые теплые и близкие узы. Поэтому, когда с вами окажется рядом человек, который может искренне за вас порадоваться, приглядитесь к нему. Это один из тех, кого вы можете назвать другом. Это правда, чтобы дольше жить, надо чаще видеться с друзьями, а я все продолжаю мельтешить встречами, поступками, стихами. Но однажды брошу все дела, сяду в самолет Аэрофлота. Друг не ждал, душа его ждала, веря в неожиданность прилета. Также, бросив все свои дела, соберутся милые мне люди возле круглого стола. Мы о дружбе говорить не будем, только сердце станет ворошить те слова, когда вернусь до дому. Вовсе не за тем, чтоб дольше жить, просто жить не стоит по-иному. Это правда, чтобы дольше жить, надо чаще видеться с друзьями, а я все продолжаю мельтешить встречами, поступками, стихами. Но однажды брошу все дела, сяду в самолет Аэрофлота. Друг не ждал, душа его ждала, веря в неожиданность прилета. Спасибо. Под стук колес, в плену надежд, я обнажаю свою душу,
От замороченных одежд и лишних слов, что лезут в уши, я растворюсь в ночной тиши, как в детстве радость и плача. И крылья легкие души от суеты холодной спрячут. Забьется сердце, как тогда. И снова в сказку я поверю, где больше правды и добра. И места нет в конце злодею. Лет прошлых боли перемол меня уже не потревожит. И сети сплетен и крамол меня вернуть назад не сможет. Тень от прогнившего креста мелькнет, слегка заденув плечи, и лик свободного Христа вдруг устремится мне навстречу. Свободен он, свободен я, мы с ним как братья неразлучные, и рядом все мои друзья светлы, чисты, благополучны. Любовь, как вечную надежду, приму спокойно, не спеша, и, сбросив ветхую одежду, сольется с вечностью душа. Даны нам уютные комнаты и теплые постели по ночам. Почему ж тебя тянет к холоду и к высоким туристским кострам? Почему ты меняешь комфорт, рестораны и фильмы вечером на москитов, на кучу забот? Может, просто отделать нечего? Просто так за себя не решай. Ты ж не спорил с таежною вьюгой. Человек должен знать весь свой край, а не только один свой угол. Просто так за себя не решай. Ты же не спорил с таежною вьюгой. Человек должен знать весь свой край, а не только один свой угол. Хорошо, путешествовать нравится, но ведь хороших дорог много есть. Но зачем же на скалы карабкаться и в холодную воду вам лезть? Но зачем же нужна высота и опасность ненужная эта? Разве только от толстого живота я другого не вижу ответа? Тебе ответ вовек нет искать, не пройдя по смертельному кругу. Только так себя можно узнать, только так ты проверишь друга. Тебе ответ вовек не отыскать, не пройдя по смертельному кругу. Только так себя можно узнать, только так ты проверишь друга. Удивительно. Ну, правда, сейчас был очень большой перерыв между концертами. Но даже когда его не было, я все равно почему-то очень сильно волнуюсь. Ну, сейчас разойдусь, ничего. Как-то думаю, да что ж такое, это как бы, может, не профессионализм это какой-то, что ли. На что Палыч мне очень хорошо ответил. Он говорит: Олег, как только перестанешь волноваться перед выходом на сцену, бросай это занятие. Поэтому, если что-то меня будет, то уж простите меня заранее. Я видел и был слеп, я верил и не верил. Откуда вдруг во мне такое суеверие? Я Бога светлый лик за чью-то душу принял, и душу эту вмиг любя возненавидел, и душу эту вмиг любя возненавидел. О, что со мной стряслось, не знаю я, не знаю. Или доброта, или злость во мне преобладает. Или доброта, или злость во мне преобладает. Я что-то позабыл, но память сердце гложет. Я дерзок был или был, я слишком осторожен. Добра я пожелал или зла родному другу. И вот опять мечусь по замкнутому кругу. И вот опять мечусь по замкнутому кругу.
О, что со мной стряслось, не знаю я, не знаю. Или доброта, или злость во мне преобладает. Или доброта, или злость во мне преобладает. Я полюбил полет, но рухнул вниз, как камень. Сказали, все пройдет, проходит все с годами. Поверил я тогда, в своей гордыне каясь. Ушел я в никуда, ну а душа осталась. Ушел я в никуда, ну а душа осталась. Волочусь я, чуть дыша, в тяжелом сновидении. Ты где ж, моя душа? Ты где, мое спасение? Ты где ж, моя душа? Ты где, мое спасение? А без души куда? Не вырваться из круга. Ушел я в никуда, но выйду вот откуда. Ушел я в никуда, но выйду вот откуда. Так, это, спасибо. Это совершенно новое стихотворение. Я позволю себе его прочитать, потому что удивительное дело. Я очень тяжело учу свои стихи и очень тяжело учу свои песни. Вот любого другого автора достаточно 2-3 раза прочитать, я могу уже эту песню спеть. Свои мне приходится, я не знаю, сколько времени учить. Может, потому что они не совсем мои, Бог его знает. Я бродился заново, чтоб по новой мечтать. Но говорят, рано мне еще умирать. Я бы встал на дорогу, чтоб стремиться к радости. Но говорят, многие не прошел напасти. Я прозрел бы в холоде, пережил усталость, но, говорят, полноте, это такая малость. Пелена моих чаяний проясняться стала, говорят, отчаяние – это только начало. Путь твой начат, не пройден, не начнешь сызнова, будешь там угоден, где любовь изгнана. Будешь там угоден, где не видят света. Хочешь быть свободным? Ищи ответы. Спасибо. Когда запросил, вот мне таким образом ответили. Взрасти, как молодой росток, тянуться к солнцу, свету верить и в зеркало ручья. Не сможет, может быть, душа моя переродиться в радужный поток, скользить по небу, ветром быть и капелькой дождя. Не сможет, может быть, душа моя забыть о гнусной лжи, сорвать венец терновый, очистить суть от сажи бытия. Не сможет, может быть, душа моя, не сможет, ну и пусть, в кощунстве суеты к безумству поднимусь, как в детские мечты. Даст Бог любовь на злате алтаря, спокойно обретет душа моя, спокойно обретет душа моя, спокойно обретет душа моя. Ни к чему не ведет та дорога, на которую встал для себя. Ни к чему красота эпилога, если жизнь всю прожил, не любя. Ни к чему намалевывать губы, подводить черной кисточкой бровь, коль в усмешке оскаливал зубы на пролитую братьями кровь.
можно вылить из золота сердце. Пальцы в перстнях, но в грязи душа. И дойдем мы до ручки, до дверцы, что за нами замкнут не спеша. Это для тех, как у меня был такой концерт в городе Молодечно, здесь в Белоруссии. Пригласил меня туда глава администрации Молодечно. Едем мы с ней в машине, женщина. Едем мы с ней в машине. Она, значит, мне говорит: простите, а вы вообще что поете? А мы уже едем на концерт. Я говорю: вы что, подождите, меня не слышали, что ли? Она говорит: нет, я плакат ваш видела. Я говорю: ну, я не знаю. Я говорю: вы героическая женщина. Она говорит: ну вот не знаю, вот как-то увидела плакат, и мне захотелось. А вот где-то тут, забыл, как издательство этого журнала белорусского. Но раньше там вот Анастасия, книга там издавалась, выходила. Какое-то белорусское название этого журнала, на белорусском он выходит. Не помню. И вот она зашла туда, по литературе, и увидела мой плакат. Пригласила меня, и мы едем с ней. Приехали. А Молодечно, вы знаете, да, мебель, фабрика, завод, там туда все, вот это мебельное все. Кофейком меня угостило, чайком все, мы попили. Я с черного входа, ну как с черного, со служебного входа меня завели. Выхожу на сцену, дорогие вы мои, сидит зал полный, 800 человек с лишним. Полный зал. Глава администрации. Обидеть женщину нельзя же. И у меня такой, знаете, легкий шок. Вот я когда встал, это я уже потом узнал, что это один из самых бандитских городов Белоруссии, городов. Сидят конкретные ребята, бритенькие такие все, в коже, вот с такими цепочечками, коньячок у всех во фляжечках, и вот они вот так вот сидят. А и репертуарчик, да, вы чувствуете? Я так хобана... Здравствуйте. Думаю, что же делать-то, елки-моталки. Хорошо, опыт, огромный был опыт поездки по зонам, по колониям там. Меня так просто не свернешь, не сломаешь. Я в детском саду пою, поверьте мне, те же самые песни, которые сейчас пою вам. И дети еще круче воспринимают. Заключенных тоже не надо бояться. Там тоже попадаются человеки. Есть, конечно, и не люди, но есть человеки. И глазки горят и светятся. То есть шанс есть, шанс есть. И я думаю, а, как знаете, а Господи, благослови оно ее. И начну. Отыграл, полтора часа концерт отыграл, народ встал, аплодирует, все нормально. Значит, Люда у меня на камеру тоже снимала, жена моя. Раньше она со мной все время ездила, вот пока малая не появилась. Значит, и вдруг я вижу, как почти с конца зала встает парень. Ну, наверное, лет ему, сейчас взлетим. Ему, наверное, лет так 40, наверное, 45, мужчина такой. Он, вот я не маленький, да, а он где-то в полтора раза больше меня. И в росте, и в плечах. Такой. И он так в меня уперился вот так вот. Но так как у него цепочка была больше всех, то есть толще всех, и костюмчик подороже, чем у всех, кто сидел, я понял, что это какая-то серьезная личность. Он огромный. И он так в меня вперился глазами и пошел. И вот идет прямо ко мне. Я думаю, ну все, допелся. Конец. Вот и все, подумал я. И вот, ну а страху-то нет. Ну я стою, значит, жду своей участи, судьбы своей. Значит, спустился сюда чуть ниже, так встал с гитарой, так, типа нас. Жена тоже поняла, что какой-то напряг происходит. А он идет, вы знаете, от него люди как эти, как игрушки, отскакивают просто. Вот он идет, они вот бум-бум-бум от него. Он даже плечами не шевелит. Он подошел ко мне прямо так. Взял у меня из рук гитару, передал жене моей гитару. Людка так, хоп, взяла ее. Она ему вообще по этот самый. Как раз гитарку приняла. Он так меня, знаете, вот извините меня, ну тогда во мне было, ну, там килограмм 95-98, но все равно вес. Он меня как пушинку так, хоп, на себя. У меня ножки раз от земли оторвались. Он меня так прижал, у меня так позвоночки так... Все встали на место, он так оп, потом поставил меня на место и говорит: ты настоящий. Повернулся и ушел.
Вот поэтому, как бы бывали, я уже не помню, к чему я это рассказывал, опять же, неважно, идем дальше. Ничего я не пропустил. Ну, это так не столько песня, наверное, сколько такая зарисовочка, что ли. Время быстро летит, от морщин не укроешь лица. Если кто-то забыт, то забудется все до конца. Если счастье убито, воскресшему будешь не рад. Все болит, что забыто, ведь память сильнее, чем яд. И уже не собрать разоренного в прошлом гнезда. Стоит раз лишь солгать, ложь застынет в тебе навсегда. И сейчас эта рифма красива, наверное, ложь. Ты один совершенно себе, может, все же не лжешь. И не легче два слова связать, чем себя обмануть. Хлопнуть дверью не значит еще, что отправился в путь. Вырыть яму не значит зерно посадить. И как мало родиться, чтоб вырасти, выжить и жить. Вырыть яму не значит зерно посадить. И как мало родиться, чтоб вырасти, выжить и жить. Я иду, пусть шаги мои малы пока. Старт всегда начинался с разбега. И пусть жизнь нелегка, и гора высока, тот, кто ищет, находит победу. И пусть жизнь нелегка, и гора высока, тот, кто ищет, находит победу. Я иду не один, миллионы людей, кто орет, кто толкает мне в спину, кто от злости кипит, обойти норовит, а кто просто надеется, сгину. Кто от злости кипит, обойти норовит, а кто просто надеется, сгину. Но бывает и так, попадаешь в просак, вдруг берется рука ниоткуда. Тот, кто руку подал, может, сам опоздал, но его я уже не забуду. Тот, кто руку подал, может, сам опоздал, но его я уже не забуду. И до финиша мне еще долго бежать, душу в клочья свою разрывая. Только мчусь все быстрее и боюсь опоздать, в беге, видимо, участь такая. Только мчусь все быстрее и боюсь опоздать, в беге, видимо, участь такая. И когда я примчусь к этой высшей черте и победу приму словно муку, я на миг присмирев сразу вспомню о тех, кто в беде мне протягивал руку. И я на миг присмирев сразу вспомню о тех, кто в беде мне протягивал руку. Может, будет все так, а быть может, не так. Я загадывать дальше не смею, только я тороплюсь, плачу, радуюсь, злюсь и надеюсь, что все же успею. Только я тороплюсь, плачу, радуюсь, злюсь и надеюсь, что все же успею. Но есть мгновенья, идут, наматывая дни, с мгновенья первого творенья поныне в нас живут они. Но человеческая память неумолимо коротка, и только строчки на бумаге связуют меж собой века. Но пишет не рука, а сердце. Оно оставлено в словах. Как трудно приоткрыть ту дверцу, услышать сердце в небесах.
И одиночество дается, чтобы мы сумели ощутить, когда сильнее сердце бьется, любви протягивая нить. Я пою о святом, хоть ни слова о нем. Смысл струны под строками спрячут, но болит голова. Впрочем, это слова, а глаза то смеются, то плачут, но болит голова. Впрочем, это слова, а глаза то смеются, то плачут. И от глыб этих слез стал бессмыслен вопрос. Кто-то спорит, что жизнь не права. Ведь за ночью просвет. Кто же скажет, что нет? И мудрее цветы, чем слова. Ведь за ночью рассвет. Кто же скажет, что нет? И мудрее цветы, чем слова. И в толпе ни души, оглянись, не спеши, криком вряд ли опишешь рассвет. Ты в глаза загляни, может быть, изнутри тебе что-то подскажет ответ. Ты в глаза загляни, может быть, изнутри тебе что-то подскажет ответ. Я пою о святом, но ни слова о нем. Лед от холода вряд ли растает. Кто не верит, голубцы, а весною скворцы гнезда в листьях зеленых свивают. Кто не верит, голубцы, а весною скворцы гнезда в листьях зеленых свивают. Есть у меня несколько строчек о том, что хотел. Есть запятые и несколько точек, то, что случилось и что не успел. Есть запятые и несколько точек, то, что случилось и что не успел. Боже небесный, дай ты мне мудрость, чтоб не прогневать тебя удалось. Глупость не роскошь, щедрость не скупость, чтобы хотелось и чтобы моглось. Глупость не роскошь, щедрость не скупость, чтобы хотелось и чтобы моглось. Ты озари мою душу мечтою, сердце живое снеси к алтарю. Может, с трудом я тяну на героя, но как умею, так и люблю. Может, с трудом я тяну на героя, но как умею, так и люблю. Сердцем увидеть живые рассветы, радость, как море, разлить по земле, чтоб никого не обидеть советом. В общем, немного надо бы на мне, чтоб никого не обидеть советом. В общем, немного надо бы на мне. Боже, не дай мне вдоволь напиться, и умоляю, до дна не хочу. Мне бы с долгами суметь расплатиться, ну а потом я к тебе улечу. Мне бы с долгами успеть расплатиться, ну а потом я к тебе улечу. Как-то встретился с одним таким эзотериком серьезным. Там около 300 тысяч учеников. Он мне сказал: никто, ни один человек не уйдет с этой планеты, пока не рассчитается со своими долгами. Я думаю, Господи, я буду жить вечно. Какое счастье! Хоть один плюс в этих долгах. Тоже новое. Такое коротенькое очень. Да, искренность сейчас не в моде. Смешною простота слывет, коль не такой, так неугоден, коль часто весел, идиот, коль просто дарит, так транжира, не обижается, простак, страдает, бесится от жира. Короче, все кругом не так. Прикид,
тусовки, эталоны, на манекенах номерки, глухи, слепы и непреклонны, и так, увы, недалеки. Ну, замечательный такой момент. Как, Олег, говорит, можно не... как ты это терпишь? Ты же такая высокая сука. Как ты вот это терпишь? Вот это вот все, вот это то, что внизу, вот это вот, вот это вот, вот этих всех вот, вот этих вот, вот этих всех. Как ты можешь вот это вот, вот за руку там еще обниматься, еще идешь? Ну как же, ты же, они же... Господи ты, Боже мой. И мне говорят, вот, Олег, вот как ты? Я говорю, вот, когда пообщаешься вот с такими людьми, которые вот там вот, а вот это все. Я все время вспоминаю вот этот момент, как один мне старец, есть такой старец Герман, в Сергиеве Посаде он живет, мировой дед, у него прямой телефон, работает без посредников. И он говорит, Олег, вот он как бы такой пример привел. Ну вот, вот идет корова, да, ты рядышком с коровой, и вдруг она остановилась, и тебе на ботинке, хоп, все сделала. Ну что ты, говорит, подойдешь к ней, встанешь ей глаза в глаза и скажешь, ну что ж ты, корова. Ну это же новые ботинки. Ну как же. Так вот, Олег, говорит, когда будут доставать, ты, говорит, сразу хоп, корову. Не надо, не надо. Не, а, смысл какой? Смысл какой? Поэтому если что-то вот так у вас произойдет, вы сразу так хоп. И не надо выяснять отношения. Нет смысла. Расселись по местам и ждут добычи. Лень, тупость, злость и равнодушие. Из века в век у них один обычай — срывать усталые, потерянные души. Из века в век по городам и весям, из суеты рождая отчуждение. Мы понимаем, сколько в жизни весим и сколько в нас любви, сколь осуждения. Мы понимаем, сколько в жизни весим и сколько в нас любви, сколь осуждения. И мы слова бросаем, как перчатки, но не хватает духу встать к барьеру. Хотелось бы бездумно, без оглядки, чтобы не мучило, не ныло, не болело. Но дни идут к концу, подходят сроки. Еще вчера казалось, нет предела. И как мечты на лист ложатся строки. И боль за то, что сбыться не успела. И как мечты на лист ложатся строки. И боль за то, что сбыться не успела. Расселись по местам и ждут добычи. Лень, тупость, злость и равнодушие. Из века в век у них один обычай — срывать усталые, потерянные души. И все равно не спутник безнадега. Я даже уходя не хлопну дверью. Есть солнце, значит есть дорога. И я люблю, живу, надеюсь, верю. Есть солнце, значит есть дорога. И я дышу, живу, надеюсь, верю. Спасибо. Я растворился. Секунду. Что ж такое? Я растворился в серебре ручья. Я б к небесам, как птица, устремился. Но говорят, что мне летать нельзя. Я человеком на земле родился. Но говорят, что мне летать нельзя. Я человеком на земле родился. Но как понять, что истина, что ложно? И где честней, в мечтах или наяву? Кто ты такой, понять безумно сложно. Но ради этого
дышу я и живу. Кто ты такой? Понять безумно сложно, но ради этого дышу я и живу. Я бы в лесу зеленой стал листвой, лучом весенним разве все успеешь? Но говорят, что будь самим собой и будь доволен тем лишь, сейчас, что такое? И будь доволен тем лишь, что сумеешь. Но говорят, что будь самим собой и будь доволен тем лишь, что сумеешь. И я стал бы ветром, капелькой росы, и ощутил рождение бесконечность. Но говорят, минуты и часы определяют все, причем здесь вечность. Но говорят, минуты и часы определяют все, причем здесь вечность. Но как понять, что истина, что ложно, и где честней, в мечтах или наяву? Кто ты такой? Понять безумно сложно, но ради этого дышу я и живу. Кто ты такой? Понять безумно сложно, но ради этого дышу я и живу.